Буровая установка не останавливается ни на минуту. От того, насколько качественно и быстро она выполнит работу, зависит положение целой деревни. Больше недели жители Крутых Выселок остаются без воды. Единственное решение проблемы – углубить артезианскую скважину. На 72 метров было заиливание скважины. Скважина у нас здесь на известняк, то есть 170 метров. В данный момент идет разбуривание песчаного слоя. На сегодняшний день прошли 92 метра. Будем надеяться, что ближе к праздникам, после праздника скважина восстановится. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь деревни, в период ожидания необходимого в хозяйстве ресурса, начиная с субботы, местный сельсовет организовывает подвоз технической воды. Включаются в ситуацию и депутаты областной думы. Стараемся, конечно, как можно лучше помочь людям. Но сейчас, учитывая погодные условия, конечно, все не так однозначно. Но, тем не менее, сегодня около 100 бутылок воды мы жителям села Крутые Выселки раздадим. Можно вам водички питьевой вручим? Ой, да? Спасибо, да, большое. А то мы той уже напились. Полностью восстановить водоснабжение обещают к концу следующей недели, как только артезианская скважина будет готова. Впрочем, в деревне понимают, что внимание требуют и другие объекты водоснабжения. Многие из них разменяли пятый десяток. Главное сегодня восстановить поставку воды в дома в Крутых Выселках. Однако, как нам рассказал ресурсопоставщик, в планах и замена самой водонапорной башни. Новая, как говорят, уже куплена, но установить ее думают уже весной. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей.